Сегодня, ребят, я позвал необычного какого-то там блогера футбольного, игрока обычного клуба какого-то там, не знаю, со двора. Ты шо? Игрок молодежки Донецкого Шахтёра. Кто проигрывает, тот делает маникюр на этих пальчиках. Я в шоке на самом деле. Друзья, ну что, мы уже возле салончика. Какой между для тебя? Чуваки, всем салют, с вами Муха, ребят. Давно не было заруб на моем YouTube-канальчике сражений Муха против кого-то. И сегодня, ребят, я позвал необычного какого-то там блогера футбольного, да, какого-то там игрока обычного клуба, какого-то там, я не знаю, со двора. Ребят, против меня сегодня куется Даня Экбуджа, игрок молодежки Донецкого Шахтёра Ю-21, который сейчас находится в аренде в футбольном клубе Волчанск, Харьков. Бро, ну что ты хочешь сказать по сегодняшней игре? Как думаешь, что будет? Ну, ожидания, да, ожидания. После бассейна, на расслабоне, парень на чиле. Пока на расслабоне, на чиле. Чуваки, ну сегодня у нас 5 дисциплин, бро. 5 дисциплин. Лонгшоты, чеканка мяча 30 секунд, кто быстрее. Удары с лёта. Четвёртое у нас упражнение Англия. И последнее это упражнение, это разрыв. Я сейчас мысль, потому что это я представлю в голове. Я против Дани, один в один, и забить гол. Что я могу сказать, ребят? Ну, давайте начинаем, бро. И вот так предлагаю тоже, ну как обычно, по планке переходим. Оп, друзья, в переходе, как обычно, покажется тебе, и мы решаем, ну, на чувике, на, ой, на чувике, на раз, два, три, ну ты понял. Да. Раз, два, три, кто первый начинает? Лонгшоты. Раз, два, три, раз, два, три. Ты первый. Пошел, Донецкий Шахтёр. Друзья, ну у меня меняется абсолютно все. Соперники на зарубах, все остальное, но не меняется лишь одно. Не смею так сказать, остается лишь одно. Это мои спонсоры, компания Parimatch, которая специально для вас оставила ссылки в первом закрепленном комментарии. Крутейший бонус за размере 2000 гривен на первый депозит для новых пользователей. Просто 2500 вам вот так вот в депозит туда капают от компании Parimatch, ребят. Они вот чтобы многие, да, вот еще раз сделаю, так сказать, акцент на этом. Многие спрашивают, Мух, говоришь постоянно о бонусе в каждом видосе. Как же его, что, где, куда нажимать? Первое, нажимаем по ссылке. Второе, регистрируемся, чтобы был новый аккаунт. И третье, закидываем меню 100 гривен, ребят. Все максимально просто и побеждаем вместе с компанией Parimatch. Я вам советую, ныряйте по ссылке быстрее. Команда. Друзья, ну и самое интересное, что Муха против игрока Донецкого Шахтёра молодежки не просто так, не просто под интерес. Ну, бро, наказание. По названию все поняли, что это кринж, но кринж со стритом, бро, ну, это маникюр. Кто проигрывает, тот делает маникюр на этих пальчиках, ноготочках. Это очень хорошо, друзья. Я хочу сказать, что может быть цвет абсолютно любой. Розовый цвет, золотистый, белый, черный. То есть тут уже наше восприятие. Кто проигрывает, тот говорит цвет. Либо же, возможно, какие-то рисуночки, да, черненькие, там какие-то надписи, да. Поэтому, бро, это зарубы будет максимально интересно. Тебе удачи. Хотя нет, не желайте удачи. Ладно, давай, бро. Давай, мы начинаем. Чуваки, делаем контент, стараемся. Поэтому уже прямо перед началом этого всего можно лайкусера вот так вот туда. Вот так вот. Санечек монтажу, сейчас ставь, как я бью по лайку. Нет. Да. Уверенно завалить? Да я штрафные никогда в жизни не бил. Пошел первый. Ай, спинка болит. Лети. Ты можешь дальше, чувак, отойти? Слышно ж тебя. Ты подходишь к Сане. Вот там, ты должен там ходить. Ты ходишь там. Тупой, блядь, пиздец. Кира Буряченко, ребят, почему вы не подписываетесь на меня? Вот там, туда, ты иди дальше. Тебя даже не должно быть слышно вообще нам. Блядь, я сейчас на победе снимаю. Тупой. Чувствую ответственность небольшую, ребят. Потому что позвал игрока, так сказать, молодежки Донецкого Шахтёра. Первый удар. Я знал, какой вратаря позвал, как обычно, меня такие удары тащит, блядь. Ну это пиздец. Ладно, молодец, сука, молодец, браво. Мне нервов нет, поэтому он не забьет. И я не сделаю маникюр. I gotta grind. Ты шо? Что там? Что? Да нет. Да, бывает. Там был неправ, что поделаешь. Не, ну тут уже наш кипер не словил. Ну это был сложный удар, чуваки. Все. Иди!
победа в этой дисциплине. 1-0. Идем дальше. У нас получается что? Чеканка на голове 30 секунд. Максимально увлекательная, так сказать, дисциплина. Придумал. Было на ногах, да, против Жеки Кушнира. Сейчас на голове. 30 секунд, кто быстрее. Поехали. Ребята, здесь очень важно, кто первый начинает. Потому что ты отталкиваешься от того, кто набил, по-моему, сколько. Ну, то есть ты должен там ускоряться либо. Кто первый начал? Раз, два, три. Давай, еще раз. Давай. Раз, два, три. Это были какие-то шарики. Подожди. Еще раз. Раз, два, три. Я первый, получается, или кто? Давай ты. Давай я, да? Как так сказать, как это? Ладно, я выиграл. Я начну первым, потому что ты не разберих у нас с этими, с пальцами, блядь, извините меня. Брос, ты 30 секунд, только без броня, окей. Вот начинай, и ты считай. И Киря считает. Не, пацаны считают. Вань, считаешь. 77 раз за 30 секунд. Можно, ребята, если, допустим, уронил, потому что я очень быстро видите набивал, он у меня к колбу приклеился, извините меня. Можно продолжать, оп, словил и сразу же быстро. Бро, 30 секунд, начинается прямо сейчас. Поехали! Три раза. Бля, 52-53. Я не упал, надо было просто набивать нормально. Бро, ну это было хорошо, мне понравилось. Хорош, да. Молодец. Ну, ребят, у меня просто голова медовая, клеевая, там сказать. Не, поэтому... клей, конечно. Красота. Мы продолжаем, 2-0 победа. Пока что победа. Еще, ребят, 3 дисциплины, еще ничего не понятно абсолютно. Потому что сейчас у нас, знаешь что, бро? Удары с лёгкой. Я начинал первую эту дисциплину, да, чуваки? Поэтому сейчас начинаю Даня первую, я считаю. Будет правильно. Поехали, Данечек, ты первый начинаешь, смотрите. По правам, да, ребят? Как его? Ваня стоит там, да? Даня здесь, наброс и в касание, плотненько, оборотика, да, чтобы там Тоху вынес, оборотненько, да. Поехали. Чуваки, сейчас третья дисциплина, удары с лету. Тут я сделаю свою ставку на Даню. Вот не знаю почему, я думаю, что сейчас Даня выиграет. Техника даже не нужна, тут просто нужно попасть в ворота и на силу ударить, и тогда вратарь не выручит. Ну, я так думаю, на самом деле. Да-да. Раз, два. Полетел, то есть он подан, нужно прижимать больше, понимаете? Нужно, то есть, больше прижимать. В принципе, логично. Плохо. Чуть пониже, бля, ёпта. А, можно? Нет, точно. Бля, стоп, я сбег. Давай, поехали. Можно? Как обычно, Даня красавчик, забил. Спасибо. 2-1, 2-1 по счету. Дальше у нас сборная Англии, вратарь кидает. 3 секунды быстренько обработать и забить. Вот. И только что чуть не упал, но успел все-таки. Поехали. Эту штангу, знаете, так сказать, приметил. Вот пошли удары, спустя сколько? Минут 15 после съемки, знаете. Вот я ждал Даню, 2 часа был поворотом, и шли, ребят, такие. Вот я вам сейчас там не говорю, там, потому что там кто-то жалуюсь. Просто и шли удары офигенно. Сейчас что-то вот на лоншотах были плохие, но сейчас хорошие. Поехали. Дани просто не оставляет шанс. 3 из 3. Да, что, это нормально? Четвертая выше, потому что, так сказать, снова таки лед, да, буду над этим работать. Да, не попыточки, 5 штук. Если я сейчас выиграю, то счет уже 3-1, но он уже, у него уже нет
сказать, шансов отыграться, да, но мы будем все равно куваться дальше. Потому так что интересно, как блогер будет против профессионала один в один, да, действовать. Поехали. Тут техника даже не нужна, тут просто нужно попасть в ворота, на силу ударить, и тогда врата не вырвут. Принял, чтобы вот остановился. Ну и, друзья, сейчас по три выхода. Я против него по три. Красота, красота, красота. И предлагаю начинать. Я против профессионального футболиста. Тиктокер. Один в один обыгрываем, возим. И кто забьет? Да. Тохи. Гол. Красота. Лайк. Нет? Поставьте, пожалуйста. Давайте сыпьте уже, я вам скажу. Давай, поехали. Чуваки, ну последняя дисциплина. Это выходы один в один. Ну, Даня защитник, Мухе будет крайне тяжело это сделать, чуваки, так что я думаю, в этом челлендж заберет Даня. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, Holland, Holland, sensational. Больной, которого вы видите, наблюдается психиатрами уже более 20 лет. Хорошо, один есть. Ну да, я защитничек, он плотный, но сейчас он меня опустил, знаете, в этот двор, чтобы я зашел. Это, мне кажется, будет один раз, больше не будет. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'm a move fast. New shoes, new tracks. Не, между топ-бачки. Давай, Даня. Последняя. Это что, херню сделали? Какой между, блядь, ему? Я сейчас прыгну. Третья попыточка, нужно делать красочно. Отдай его назад, что на эти всякие мои переступчики ложи не ведется. Нет, нет, нет. Извините, парни. Я сделал ошибку, что я сразу три выхода против него делал. Нужно было по одному, чтобы он тоже уставал. Да я молодец, видно, профик. Разболтал, красавчик. Что думаешь вообще по поводу этой зарубы? Ну, было очень интересно. Сильные ребята. Тем более Даня в сборной Украины. Ну, а Муха просто... А Муха просто тиктокер, Муха. Не, на самом деле Муха молодец. Очень технично. Жара, жарко. Плюс сколько? Плюс 35. И мы ради вас, чуваки. Друзья, это была максимально увлекательная заруба. Ссылочка Дани в описании, ссылочка Тохи в описании. А также не забывайте о бонусе крутого от Паримачи. И мы предлагаем фирменные пересечения, да, вертушечкой, чтобы переместиться в слончики, делать двух ноготочки. Красивые ноготочки, знаете. Вот так вот делаем, вот так вот. Чух. Друзья, ну что, мы уже возле слончика. Даня готов. Друзья, ну, мне смешно. Тебе весело, а мне нет. Сейчас будем делать маникюрчик, Даня, он проиграл. Бро, ну это будет необычный маникюрчик. Я не мог просто, ребят, Муха не делает просто. Он не может зайти просто, он сядет, будет все видеть. Нет, на нем будет вот такая вот штучечка. На глаза, он, то есть он не видит, что мы будем делать. Не видно? Я ему подбираю маникюр сам, друзья. И на нем еще будут наушнички, чтобы он не слышал. То есть он в наушниках, в этой движухе на глазах. Все, друзья, ничего не видит, ничего не слышит. Мы его сейчас подбираем просто. Максимально увлекательно, бро. Как думаешь, какой цвет подберу? Не знаю, честно говоря, но думаю, какой-то кринжовый, розовый, не знаю, розовый, синий. Друзья, уже можно так подписаться на Даню за смелость, его инстаграмчик в описании. Мои соседи читают описание, стану уже подписываться, вот. И мы заходим, это будет очень интересно, бро, пошли, Саня, пошли. Не слышишь?
слышишь меня? Нет. Все, не слышишь. Не видно? Слышишь меня? Люби, мама. Все, не слышишь. Все, друзья, ничего не видит, ничего не слышит, мы его сейчас подбираем красоту. Wait for the drop of the sound. Yeah. Hey. My words float on the sound. My words float on the sound. My words float on the sound. I'm just having fun with the sound, cause I. Бро, все, закончили. Давай, вставай. Пойдем, брат, пойдем. Ты готов? Даня не знает, давай. Что... Даня не знает, что мы ему сделали, какую красоту. Сейчас мы все это поймем. Ты готов? Как ты? О, топ, отлично. Хорошо? Мне сейчас понравилось. А знаешь, что еще классно? Да. Я тоже сейчас сделал маникюрчик. Даня этого не знает, и потом... Ребят, знаете, давно хотел, поэтому будем делать уже красоту. Друзья, ну мы поддержим Даню, да? Многие сейчас напишут, муха, хочу шуточку, маникюр. Это поддержка друга. Друзья, ну конечно же, мы вам весь процесс показывать не будем, да? Но сейчас маникюр будет неинтересно. Увидите в конце. И сейчас вот такой вот, Саня, плавненький полупереходик, вот такой вот, вот такой вот. Да ладно. Не верю. Хорошо? Нет, скажи за мнение. Не, мне нравится очень. Я нравится. Тебя поддержал, потому что, ну, ты клубин. Тем более, я хотел бы сделать мани. Ребят, мне кажется, это классный выпуск. Эмоции от выпуска. Видос. Эмоции от выпуска. Отлично вообще. Тут подписывайтесь, скажи, на канал. 5000 лайков, бро. Это минимум, чуваки. Вы мани сделали. Не сделали мани, друзья. Подписочку на Даню, его инстаграм и описание. Мои соцсети всегда в описании. Нельзя терять никогда. Этот выпуск подошел к концу. Ребят, я скажу вам единственное. Знаешь, что? Единственное. Что дальше будет? Еще интересно. Всем пока.